Всем привет! Меня зовут Николай. И сегодня вместе с Инной... Всем привет! Мы проведем операцию по вскрытию вот этой замечательной коробки. С новинкой от Hobby Games и маэстро Уви Розенберга. Зоопарк Нью-Йорка. Ну что, давай смотреть. Сестра, скальпель, зажим. И начинаем, да, срезать термоупаковку. Ну давай, аккуратненько. Аккуратненько. Ты зачем под руку кладешь? Пациент может потерять много крови, аккуратненько. Да, мы с Инной не будем уже заморачиваться, да, и сорвем полностью упаковку, а то я знаю, некоторые любят оставить на крышке ее и так далее. Маньяки. Ага. Ну что же, открываем и смотрим, что у нас внутри. Внутри, естественно, правила, причем правила достаточно короткие. Вчера я успел их прочитать на 8 страничках, это заняло не очень много времени. Причем, тем более, ну, стандартные, да, портреты Розенберга в некоторых местах. Люблю я этого дяденьку, он такой милый всегда на правилах. И картонные компоненты. У нас, прежде всего, да, есть центральный планшет, по которому будет бегать наш слоник. Так вот, будет бегать слоник и собирать тайлики, либо разводить вот животных. Да, у нас дальше, давай покажу вот эти вот личные планшеты. Причем, я так понял, они немножечко асимметричные. Как мне нравится выдавливать именно вот такие вот. Такие мягкие, но точно прочные. Слушай, я такой планшет первый раз вижу, смотри. Вроде картон, но смотри, какой гибкий и мягкий тоже. Прикольный. Очень интересный картон такой. Ну, либо очень-очень плотная бумага, но мне все-таки кажется, это картон. Вот у нас такие планшеты. Ну-ка, сейчас я, наверное, посмотрю. Да, вот как вы видите, они асимметричные. Причем, вот видите, это, я так понимаю, планшет для одиночной игры. А есть планшеты для игр на троих, на пятерых и так далее игроков. Вот видите, вот в углу у нас есть номера, вернее, количество игроков, а вот здесь есть их номера. И насколько я понял, по правилам, первое игрочество компенсируется именно несимметричным расположением домиков. Вот, как видите, да, у нас первый игрок имеет всего два домика на планшете, а вот второй игрок уже целых три. Я буду вторым игроком. Ну, посмотрим. Так, и дальше наши вольеры. Естественно, зоопарк у нас состоит из вольеров, куда мы будем, собственно, селить наших животных. Вот, собственно, Инна... И начинает выдавливать наши вольеры. Ну, традиционно для Уви Розенберга вольеры у нас в виде полимина, тетрисоподобных фигур. Вот у нас есть не такие большие вольеры на 4 клеточки. Да, кстати, вольеры раскладываем по цветам, по яркости, так скажем. И, насколько я понимаю, каждого цвета вольер это определенный размер. Вот видите, вот, в частности, вот эти, я так понимаю, на 6 клеточек, да, вот такие вот у нас. И много-много других полимина. Вот, смотрите, вот видите, даже распятие из нашего Одина есть такой, форма вольер. Вот этот вот, смотри, серп из дополнения к Одину. Так, ладно, что-то меня опять... Ребёшка. Да, меня опять на Одина смахивает, ладно, оставим эту скользкую тему. Да, фишка нашей игры... Смотрите, у нас теперь есть мало того, что вольеры, у нас есть, ну, парк американский, естественно, там должно быть много-много развлечений. И вот при определенных обстоятельствах, когда мы заполняем вольер максимальным количеством животных, мы имеем право взять вот такие вот аттракционы. Как видите, они бывают совсем маленькие, вон, видите, продавцы мороженого, а бывают вот такие вот американские горки, о. Сразу, я даже не знаю, сколько здесь, 4 на 2 клеточки, примерно так. В общем, много-много аттракционов, которые мы будем, собственно, заполнять наши планшеты. Как я уже сказал, наш слоник, который будет бегать по центральному планшету. Да, слоники у нас здесь, видите, всего в одном экземпляре, и его в вольер почему-то разместить нельзя. Он будет бегать у нас по центральному планшету. Какие милые фламинго. И, наконец, да, самое прикольное, что есть в этой игре. У нас есть фигурки животных деревянные. Вот, я так понимаю, наша кенгурятина. Фламингятина. Фламингятина, да. Ну, фламингятина, я думаю, любой узнает. У нас есть свои пингвинчики.
Да? Пингвинятина. Пингвинятина у нас есть. Да, Ковальский. Шпрехен за инглиш. Шпрехен. Это, да. Кто это? Мы уже за пределами зоопарка? Нет, вы валяли зебры. Фу, газ мне в глаз. Ковальский. Надо, мы ошиблись в расчетах. Так, это у нас песцы, насколько я понял. Пистятина? Да, пистятина. Лучше песцы. И наши... Ой, по-моему, сурикаты, я не помню точно. Суслики. Вот, да, какие-то суслики. В общем, грызуны. Давай уж все покажем, все вместе этих животных. Да. Прочитав правила, я так понимаю, что игра очень похожа на Patchwork, но при этом с элементами любимой тематики Розенберга — разведением животных в их вольерах теперь. Если раньше мы в Агриколе строили загоны, в Каверне мы строили загоны, в Одине мы строили загоны, в Гаври, правда, животные сами по себе. Где мы в Одине строили загоны? Ну, они там были, да. В Гаври они сами по себе плодились, то сейчас наши животные будут плодиться в вольерах по стандартным правилам для Розенберга. Два животных имеем, значит, появится третья фаза разведения животных. Так, вот это, честно говоря, я запамятовал, что у нас за фишки такие. А, ну, видимо, порядок номеров игроков у нас. И, наконец, вот такой вот знак вопроса, который служит маркером того, какой вольер сейчас примеряет активный игрок. То есть вольеры будут лежать вот здесь вот в нишах центрального планшета. Вот здесь вот. И чтобы половчее их примерить, как они встанут на наш планшет, имеем право взять и померить, как это будет. Но чтобы не забыть, откуда мы этот вольер взяли, вот такой маркер. Знак вопроса. Ну что же, в нашей коллекции есть уже очень много игр от маэстро Уве Розенберга. И я еще не встречал у него неинтересных игр. Начиная от Пэтчворка и заканчивая великим и ужасным Пиром во славу Одина. Поэтому, надеюсь, и эта игра будет очень-очень интересной и нам с Инной понравится. Поэтому сейчас мы все компоненты, ну, собственно, уже Инна с этим справилась и без меня, рассуем по zip-пакетам. И начнем активно изучать правила, чтобы в скорости показать вам летсплей этой интересной, я надеюсь, игры. Ну что же, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Там тоже много всего интересного. Все ссылки вон там вот. А также внизу будет ссылка для тех, кто хочет помочь нашему каналу в развитии. Помощь сугубо добровольная. Всем интересных партий и удачи. Пока-пока!